Приветствую вас, и я предлагаю свой взгляд на то, как можно избавиться от чувства вины. На самом деле, если сказать одним словом, как это сделать, то можно употребить такое значение, такой термин, как обобщение. То есть обобщить свое восприятие, подняться на более высокий уровень его. Как именно это сделать, я сейчас поясню. Когда вы были в ситуации, из-за которой вы сейчас чувствуете вину, вы поступали как? Вот ответьте себе на этот вопрос. Как именно вы поступали? Я думаю, что вы поступали так, как вам тогда казалось наиболее правильно, наиболее верно, ну и так далее. Я думаю, что вы поступали так, как вам тогда казалось наиболее оптимально. И вряд ли вы видели другой выход из ситуации, о которой вы нам не рассказываете. А если вы и видели ситуацию другую, если вы видели ситуацию, в которой могли бы сделать какой-то иной поступок, чем тот, что сделали, то не совершили его потому, что, возможно, не считали, что он принесет сколько-нибудь хорошего результата вам. То есть нужно понять, что находясь в какой-то отдельной ситуации, находясь в какой-то конкретной ситуации, мы совершаем поступки, мы совершаем выбор, как нам в них поступить. И, соответственно, когда эта ситуация завершается, когда вы выходите из этой ситуации, то вы перестаете наблюдать ее только лишь изнутри. Вы наблюдаете ее извне. А когда вы наблюдаете ситуацию извне, то, естественно, вам кажется, что можно было поступить иначе. Можно было сделать как-то по-другому, но вы не сделали. И из-за этого, из-за того, что вы теперь видите то, что вы сделали иначе, из-за этого у вас и появляется чувство вины. Но ведь в момент, когда вы только лишь находились в этой ситуации, вы не знали о том, какие могут быть у нее последствия. Или знали, но оказались во власти обстоятельств и не могли поступить по-другому. Только лишь оказавшись в другом положении относительно этой ситуации, взглянув на нее другого угла, другого положения, вы увидели, что, оказывается, можно было, например, поступить как-то по-другому. Но это стало возможным только благодаря качественному изменению вашего отношения к ситуации. Пока этого не произошло, вы не могли поступить иначе. И не могли даже предположить, что существует другой выход. Это первый момент. Если вот это для себя уяснить и понять, что вы просто-напросто таким образом, когда испытываете чувство вины, получаете определенный опыт, получаете определенную багаж знаний, который позволяет вам, ну, если не стать мудрее, то хотя бы больше в таких ситуациях для себя не оказываться. То есть это естественное, нормальное развитие человека через ошибки, через переживания, через чувство вины. Здесь оно выступает как стимулятор к тому, чтобы вы не повторяли
своих, ну, скажем так, не совсем правильных поступков. Теперь предположим, что вы знали о том, что вот поступаете неверно, и все равно так поступили. Чувство вины, как правило, оно имеет два источника. Первый источник — это внутренний, о нем мы поговорили. А второй источник — это источник внешний. И вот именно внешний источник, то есть источник реакции других людей, как на мое поведение отреагировал другой человек. Так вот, этот источник напрямую касается того, в чем другие люди потерпели ущерб от ваших действий. И если ваше чувство вины завязано на внешнем источнике, то в обязательном порядке не только попросите прощения у людей, но и своим поведением, своими поступками, во-первых, постарайтесь как-то компенсировать им ущерб, тем самым вы возместите тот негатив, который им причинили, и покажите, если ваше чувство вины, оно сильно, покажите им, что вы так больше не поступите. Покажите им, что вы поняли и никогда не повторите такую ситуацию. Если вопрос про доверие, ну, то есть, вот, например, как какое-то ваше поведение, да, пошатнуло к вам доверие, то доверие нельзя восстановить сразу. Доверие нельзя моментально возродить. Оно ушло. И если доверие ушло, то, к сожалению, потребуется время, чтобы оно вернулось. Для этого в обязательном, опять-таки, порядке запаситесь терпением, последовательностью и не спеша, но упорно доказывайте людям, что вы ошиблись, но вы достойны доверия, вы достойны второго шанса. И тогда у вас получится избавиться от чувства вины. Итак, суммируя то, что я сказал, можно сделать такой вывод. Чувство вины имеет двойственную природу. С одной стороны, это внутренний барьер, внутреннее ощущение, внутреннее противоречие, которое раскрывается через позицию по отношению к ситуации, в которой вы поступили неверно, что и стало причиной вашего чувства вины. И второй момент – это внешний барьер, когда окружающие вас люди как-то негативно реагируют на то, что вы сделали. И в таком случае, если вы понимаете, что они действительно вас осуждают, если вы видите, что они потерпели какой-то ущерб, какой-то вред понесли, то постарайтесь им этот вред компенсировать. И если это доверие, то доверие нужно восстанавливать. Пожалуй, на общий вопрос можно ответить именно так. Пожалуй, для более детальной консультации, для более детальных рекомендаций вам нужно более подробно обрисовать именно свою проблему, именно свою ситуацию так, чтобы мы постарались вам помочь. Ну вот, например, в частности, я могу вам в этом помочь, если направление моих мыслей вам показалось правильным и верным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.